Добра, мира и гармонии, дорогие. 31 марта 2023 года ушла на небеса моя свекровь, скромная, мудрая и сильная женщина. Я хочу прочитать вам стихотворение «Мама», написанное Марией Фуксман-Титель. Я маме звоню, но она не ответит. Она далеко, и она высоко. Всю жизнь посвятила страдающим детям. Ушла незаметно и быстро, легко. Я помню, что в детстве открытку прислала мне мама. Там белка орешки грызет. Поездок у доктора было немало. Любил ее очень ребячий народ. Звездой мне она освещает дорогу. Улыбка и взгляд, и волнение души. Спасет и поможет, и снимет тревогу. И скажет: живи, улыбайся, дыши. Я маме звоню, но она не ответит. Почаще встречайтесь с родными, пока они живы. Благодарю, что были со мной.